вся Москва отмечает майские праздники. Веселое настроение и очень много людей в центре Москвы. И сегодня мы проведем интервью с Ярославом, который расскажет о своем новом проекте Машкина, который буквально на днях уже будет запускаться. Ну, во-первых, начнем с того, что проект не мой, а наш. Мы делаем его совместно, вместе. Данил, Эдуард. Идея очень простая. Есть производство, то есть это реальное производство. Ну, нужно обеспечить, во-первых, финансирование, сбыт продукции, привлечение внимания. Прежде всего для меня это интерес привлечения внимания к экономике. Экономика России, да, Российской Федерации, где мы живем. Вот. Мы решили это сделать через крауд-технологии. Сейчас новые технологии, это технологии блокчейн, я думаю, все это знают. Мы решили сделать таким образом, что выпускаем свои токены, обеспеченные реальной продукцией. То есть каждый продукт – это токен, это куры, гуси, вот такого плана. Плюс мы выпускаем еще так называемый мастер-токен, который обеспечен всеми продуктами в хозяйстве. То есть за мастер-токен Машкина можно приобрести как товарные, там, гусей, курей, так и другие там, услуги, другие товары. Это инвестиционный проект. В чем заключаются инвестиции? Когда человек приобретает токен, то он его сначала приобретает с дисконтом. А номинальная цена у него выше. Понятно, что эта номинальная цена, она актуальна на момент, когда это уже произведено. То есть мы продаем заранее, гуси еще не подросли, вот, но мы их уже продаем с дисконтом. Собственно, кратко все. Ну а в чем выгода? Ну вот сейчас рынок очень заполнен, да, различной продукцией. В чем выгода? Почему бы просто не пойти в любой супермаркет, особенно в Москве, это сделать очень просто, пойти в супермаркет и купить ту или иную продукцию? Да, часто этот вопрос задают. Действительно, рынок переполнен, то есть проблемы с продукцией нет. Можно прийти в любой магазин, приобрести все, что угодно. Вопрос, что в этом магазине? Дело в том, что зачастую те товары, которые продаются, это товары промышленного производства с антибиотиками, с различными там химикатами. На них растут гораздо быстрее, там, толще там, и так далее. То, что касается мясной продукции. То, что выращивается в Машкино, это выращивается по технологиям, которые были там издревле. То есть это вольный выпас, натуральное питание, то есть антибиотиками никто не кормит, животные живут на воле, собственно, на видео это можно будет посмотреть. Вот. Это говорит о чем? Продукция совершенно разная. То есть есть фермерская продукция, выращенная в натуральных условиях, она дорогая, да. Это отдельный класс потребителей, которые заботятся о своем здоровье. Есть так называемая фермерская продукция, которая продается в фермерских магазинах. На самом деле она не является экологически безопасной, надо сказать. То есть там есть антибиотики, а есть продукция, произведена промышленным способом. Ну и есть еще категория товаров, которые продают под видом фермерской. Это обычные промышленные куры, просто их продают дороже. Вот. В нашем случае это реально произведенная продукция в реальной деревне, крестьянско-фермерское хозяйство. Можно приехать посмотреть, убедиться, там, поиграть с животными, забрать продукцию. Вот. То есть в этом плане все открыто. Правильно ли я понимаю, что человек приобретает на данный момент маленького гусенка, и он уже, можно считать, что он его просто он находится на содержании, воспитании, выращивании у другого человека. Правильно я это понимаю? Ну, значит, мы прорабатывали несколько вариантов. Изначально я планировал именно продавать маленьких гусят, утят с услугой их выращивания. Сейчас, когда мы все-таки поизучали закон, посовещались там со знающими людьми, то пришли к выводу, что
продавать нужно уже готовую продукцию. То есть сейчас человек оплачивает и забирает уже готовую продукцию. Он может, в принципе, забрать в любой момент. Но в условиях поставки продукта указано, что определенный вес, определенный размер, и до тех пор, пока вот гусенок, утенок, там, курица не подросли, то это не является тем продуктом, который предназначен для выдачи. То есть это купля-продажа того продукта, который указан на сайте. То есть продукт, который будет в будущем. Да. Например, вот я сейчас покупаю гуся, да, инвестирую в этого гуся. Ну, к примеру, он по плану, да, как всем известно, гуси, утки – это рождественское новогоднее блюдо. Ну, к примеру, вот у меня приезжают гости в ноябре, я захотела использовать этого гуся, да. Я как-то могу договориться с этим производителем о том, чтобы забрать его в ноябре, а не в декабре, о, не в конце декабря, а не в начале января. Ну, надо сказать, что договориться всегда можно. То есть можно забрать его маленьким, можно забрать гусенком там, более того. То есть если я захочу, даже если он не вырастет там до тех размеров, которые прописаны в договоре и так далее, я смогу его забрать. Это по договоренности дело. Если на это есть желание, это возможно. Можно приехать, посмотреть, там, забрать. Но другое дело, что мы говорим про готовую продукцию, когда она уже набрала необходимую массу по тем заявленным критериям, которые указаны, и предполагается, что забрать в определенный период, когда она уже будет готова. Но по договоренности, конечно, можно и раньше. То есть правильно я понимаю, что это, скорее всего, будет как сезонный продукт, правильно же? Или какая-то цикличность? Я просто не понимаю, как это будет просчитывать. Да, так как это все-таки натуральное выращивание, да, и есть периоды, летний период, мы не можем выращивать круглогодично, да, и поставлять все это, ну, как это делается промышленным способом, да, каждую неделю. Это делается циклами. Значит, на какую-то продукцию 2 цикла в год, на какую-то 1 цикл, на какую-то, значит, идет выращивание сначала целый год, потом на следующий год только забирать. Циклы разные. На каждый продукт свои условия. Читайте описание на сайте, если есть вопросы, спрашивайте. Хорошо, как можно вот сейчас, в данный момент, приобрести, не знаю, там, как это назвать? Ну, есть 2 варианта. Как сейчас можно приобрести этого гусенка маленького? Смотри, значит, 2 основных варианта, которые вот мы сейчас закладываем. Первый – это приобретение, покупка вот этой продукции, да, ее забирать ее чуть позже, там, какую-то через 3 месяца, какую-то через полгода. Как вот в данный момент, вот сейчас, вы рассказываете о том, что мне не нужно сейчас это лишнее. Вот как сейчас в данный момент я могу купить этого гусенка? Очень что мне просто нужно сделать? Куда зайти? Очень кому просто деньги отдать? Вам лично, я не знаю, в Сбербанк на карту положить? Что мне нужно очень сделать? Очень просто. Сейчас сделан сайт mashkino.club. На этом сайте размещена продукция, там есть кнопочки, нажимаете на кнопку «Оплатить», дальше переходите на сайт оплаты, сейчас на данный момент сделано через платежный шлюз Покупо, там оплачиваете, нам приходит e-mail, значит, при оплате указываете свой номер телефона, e-mail, для того, чтобы мы могли с вами связаться, вот. Контакты наши открыты. Также, ну, рекомендуется там позвонить, уточнить, там, пришло, не пришло, да. Вот. После этого мы переводим вам токен, ну, на соответствующую продукцию. Это там гуси токен, утка токен, ну и так далее. Что делать с этим токеном? Токен является билетом, жетоном, который хранится у вас в кошельке и который необходимо предъявить в момент получения продукции. То есть вот когда получаете продукцию, вы предъявляете токен, передаете его обратно, и это является подтверждением, что именно вы оплачивали. Токены можно передавать. Значит, юридически это переуступка прав требования звучит. Токены, значит, можно передавать через внутреннюю биржу. Она уже есть, она работает. Токены, они тоже уже выпущены. В принципе, даже можно приобрести токены
у других людей, да, те, которые хотят обменяться. А в любом случае, имея токен, вы получаете ту продукцию, которая указана. Да, второй вариант. Приобрести так называемые мастер-токены. Это, ну, можно сказать, такой инвестиционный продукт. Значит, за эти токены можно приобретать любую продукцию Машкина, включая сено, включая услуги, аренду домиков, там, еду, отдых там, и прочее, прочее. То есть я правильно понимаю, что в перспективе спектр услуг там расширится, да? Не обязательно этот гусь там или курица? Спектр услуг, он большой. Мы запускаем пилотный, там всего 6 продуктов. Они понятны, их можно пощупать, потрогать, с ними довольно просто. Другие товары, услуги, они тоже есть, их много, это все можно приобретать. Спасибо, Ярослав.